В Махачкале стартовали всероссийские сборы по вопросам совершенствования деятельности органов государственного пожарного надзора и судебно-экспертных учреждений МЧС России. В мероприятии принимают участие сотрудники центрального аппарата МЧС страны, представители федеральных министерств, ведомств, общественных добровольческих организаций и многие другие. Открывая встречу, замглавы МЧС России Анатолий Супруновский отметил, что сегодня перед контрольно-надзорными органами стоят новые задачи и вызовы, которые требуют своевременных и обдуманных решений. В современных реалиях задача МЧС России состоит в том, чтобы, безусловно, обеспечить безопасность, но при этом надзорные органы МЧС России должны работать как современная, открытая для общества структура, в основу деятельности которой положены принципы соразмерности вмешательства в интересы контролируемых лиц относительно опасности, которую может представлять их производственная деятельность. Помимо этого, на открытии сборов также присутствовал и зампредседателя правительства региона Рамазан Джафаров. От имени Сергея Меликова он поприветствовал собравшихся и отметил, что рад, так как Дагестану выпала честь провести такое масштабное и значимое мероприятие. Связано это не только с тем, что Главное управление МЧС России по Республике Дагестан накоплен значительный положительный практический опыт надзорно-профилактической деятельности, что высоко оценено и руководством МЧС России. Но и с активным развитием всей инфраструктуры Главного управления МЧС по Республике Дагестан за последние годы. В ходе выступления были обсуждены вопросы совершенствования модели управления рисками при осуществлении федерального пожарного надзора, организации контрольно-надзорной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории АЧС, совершенствование технического регулирования в области пожарной безопасности. Мероприятие продолжится до 19 мая. За это время пройдут круглые столы и практические занятия по вопросам осуществления надзорных функций МЧС России, совершенствования технического регулирования в области пожарной безопасности.